Добрый вечер, товарищи. Сегодня нам особенно приятно встретиться с вами на этом праздничном голубом огоньке. Мы... Простите, а где же мир? Восьмой ряд в проходе, да? С Любезновым в нерабочем настроении. Лев Борисович! Да вы что, забыли, что мы должны выступать с вами? Смотри, пожалуйста, Новицкой. Ну что, пришел. Он еще не знает, что сегодня кофе-то здесь нет. Ну, смотри, пожалуйста. Ай-яй-яй, ни одной минуты покоя нет. Ну что же, придется идти на сцену. Придется. А то может неприятность быть. А что? Был случай. Где? В Ленинграде. Что ты говоришь? Оторвался от своего напарника один. Да. Такое нагородил. Да. До сих пор опомниться не могут. Ай-яй-яй. Догадываешься? Да, ну вот, да, пойду выручать. Давай, извини. Ну, желаю. Ну, еще увидимся. Да. Ну, а чего вы сюда звали? Зачем? Ну, я так хорошо, уютно там сидел. Чудесно было. Я понимаю, что все... Ну, а зачем? Ну, как же, ну, нужно поздравить. Ну, поздравить. Сказать какие-то хорошие слова, ну, полагающиеся. Ну, все, критиковать сегодня нельзя никого. Ну, они юбиляры, ну, правильно. Праздник. Правильно. Позвали нас. Конечно. Ну, все же, обижать не будем. Обижать не будем. А хорошие слова где их вы возьмете? Ну, как же, Лев, возьмете? Ну, да, ну, все, вы... Вон, вы даже подготовить сцену не смогли. Ну, что это? По-моему, на сцене все в порядке. Это, ну, обычная рабочая обстановка. Обычная, да. А нужно создавать праздничную. Ну, я понял. Сегодня сюда вообще комиссия должна приехать. Какая комиссия? Из управления комиссии. Ну и что? Ну что она приедет, что она увидит? Ну что, вот эти колонны как стояли, так и стоят. Ну правильно. Ничего нет. Надо что-то сделать такое, да, парадное. Ну что вы придумали? Новицкий, вы не обратили внимания, рояль. Какой марки, фирмы? Как? Вот это? Ага. Steinway. Как? Steinway. Ну да, так сказать. Mm. Это как, ничего вообще считается? Хорошая фирма. Надо Леонид. Повернуть на зрителей, на аппарат, чтобы все видели, какая сегодня марка на празднике рояля. Ну, пожалуйста. Ковер надо постелить. А какой ковер? Артисты споткнутся, упадут ли? Ну что, упадут, поднимутся. А вот если мы с вами сегодня споткнемся, то уж вряд ли поднимемся, понятно? Я ничего не понимаю. Вы меня слушаете, вы меня слушаете. Ну что слушаете? Комиссия приедет. Ну пусть сюда. Приедет. Ну вот, что значит страшно. Пусть приедет. Давай, надо первые ряды освободить. Ну вы что, Левушка? Чего? Ну, как же можно, уважаемые люди, ну, пришли чё? На концерт, ну что Ну что, уважаемые люди, они же сами знают, что такое комиссия, сами бывали в этом деле. Ну, чего там? Не-не-не, пусть они пройдутся, прогуляются, посмотрят там какие... Марки телевизоров новые. Интересно же им тоже кое-что увидать. Ну вот, а вы давайте цветы, ковер, рояль. Слушайте, да? Я видел там в кабинете у администратора, у директора, на этом стоит, значит, надо бы его сюда, а? Ну и на этом, значит, бюст. Бюст, его бы надо сюда. Да вы понимаете, что вы предлагаете, Леонидович? Что? Вы знаете, кто это такой? Кто? Это же Гомер. Кто? Гомер. А его сейчас нельзя, да? Что вы Почему нельзя, я не понимаю. Я вас спрашиваю. Да просто никакого отношения к нашему концерту не имеет. Легендарный древнегреческий поэт. Жил бог знает когда. Юбилей отмечали. Отмечали? Ну, отмечали. Юбилей отмечали? Отмечали. Что же вы меня пугаете, я не понимаю. Давайте ковер, цветы, рояль, а я пойду за ним принесу. Вы извините, пожалуйста, но сами понимаете, комиссия, приходится с этим считаться. Будьте добры, Гомер, дайте. Не надо, что? Ничего не надо. Вот, а где же Гомер? Гомер нету. Как? Увезли Гомера. Куда увезли? В управление увезли Гомера. Почему? Сейчас звонили, комиссия-то не приедет. Нет? Не, оказывается, у них сегодня у самих комиссия. Да? Им самим Гомера. О, Гомера.